Здравствуй. Паша? Наша Паша. Где Паша? Не вижу его онлайн. Мне показалось, значит. А тут только что кто-то спрашивал, ты Дэнни нужен? Да, это Хант. Пока ты Дэнни нужен. Развели сырбор. А? Так. Нет, он захочет, если зайдет. Так. Я желаю счастья вам. Андрей в танк, Пинаколада в танк. Нужен еще один человек в танк. Есть какой-нибудь танк спектр? Чем? Зачем Андрей в танк? Пусть он будет стоять. Смотри, у тебя FDK в танк, у тебя 3DKшника. У тебя... Ну, а кто-то Валик? Где FDK в танк? FDK не в танк. Сайс, я тебе портал поставлю, слетай, спрыгни в танк. На. FDK меньше дамажит. Спрыгните его. Поставьте шкаф, застимоньте Сайса. Сайс будет ловить сферки слева, Вова Пинаколада сзади, Петя справа. Теперь Ренессанс берет светлую и напуливает на уфолога. Все остальные напуливают также на уфолога. Все бьем по светлой. Ренессанс берет светлую и напуливает темную. Логиджис. Андрей хоть лут забрал. Уберите тотем, там стоит тотем трепета где-то. Возле центра. 50 на 50 идем. Шкаф. Шкаф поставьте. На самом деле в хэмке очень больно бьет бухой. Ну, шмотки на защиту не защищают от магии. У меня две прожимки есть. Но шмотки нет, защиты нет, но хп-то увеличено. Дело не в этом. Я уже за ДК-шку собирал их. Проблем не было. Ладно, короче, уже спекнули, будем как проще делать. Еще раз, Сай слева, Петя справа, Вова Пинаколада сзади. Что, берите, запекаю босса, полный ребаф отдаем. Чей стоит тотем посередине. Тотем трепета уберите. Паша спирит. Когда спалили, сразу убрал. Нас на хук шабрежу. Пусть состязания начнутся. Так. Все темную берем. Стали пучку. Кто не гомик, тыкаем в колодец вот в этот, когда хп мало будет. Какой холиприст? А, рыбу, сейчас рыбу я поставим. Я удивлена, что он холиприст. Увеличивает дамаг на 20%, там кто дамажит. Все рыбу. Чё? Нет. Чё? Сука, нахуй вы сейчас тыкаете, блядь? Да, с каких пор он увеличивает? Стыкайте его, блядь. Это была приманка, блядь. Чего он там не увеличивает, не знаю, что он придумал. Писюн холи пристал увеличивать. Писюн. Выиграл. Ооо. Да, блять, просто физики надо. Это временная таблеточка просто, и все. Давайте, ребят. Все, ладно, давайте этот. Времени будем тратить. Заходите в центр, сейчас готовность на пол. Если Андрей готов, будем пулять. Подбеги, там кто-то никотин на рыбе сидит. Никотин на рыбе сидит? Прям никотин. Да, на рыбе. Никотина рыбу убивает. Именно так. Один никотин рыбу убивает, да? Андрюха, готов? Ацеса, чего не хватает? Вениамин. Все, все готовы. Андрюха, Мишку считаю просто до пяти. Пуляю, все равно никто не бьет, пока Андрей не приведет. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Никто не бьет босса, ждем. Пока подведут. На пулы можете уже сдать. Немножко перевел. Все, можно не бить босса. Можно черный сфер не собирать? Сейчас свистнет. Все в одном фрейме стоят. По светлой пока играем. Приготовить скорость спецспособность через 9 секунд.
4 секунды спецспособности. Взяли светлую, бьем темную. Геру отдали. Блять, я не знаю. Геру. Шел каст. Убили каст. Прекратили рейд, перебежали. Бурсты сейчас не тратите, бурсты стреляете на щит. Играем по темной сейчас все. Пока что. 5 секунд спецспособность приготовили. Взяли темную. Играем все по белой. Бурсты отдали. 30%. Готовьтесь каст сбивать. Сбили каст. Сбили. Хорошо. Перевели рейд. Катя за Лейнер по войду. Вот вам, блядь, и ДС. Без... О, холи приз. Без духа, блядь, собранного, да. Тихо, ребят. Скончался. Приготовили скорость спецспособность. Темная, мастер аур на тьму, у кого тьма, нажмите. И танки со светлой прожмите все. Бейте босса потом. Способность через 20 секунд. Дальше будет светлый каст. А уехали. Можете брать все светлые. Танки ловите темную, бьем по темной. Все светлые взяли, танки ловите сейчас темная сфера. И оставайтесь под светлой пока что. Ловите темные сферы. Играем по темной. Все, перебежали, по пути не ловим темные сферы. И играем по темной. Какая шея. Нет, что-то с ними, короче. Попытка номер два будет? Все РДДшники, блядь, рулят. Собирайся. Нет, это хиловская шея. Ну как хиловская, костеровская. Кастер с острова Гнеда. А, ну кстати, да. Это хиловская шея. Все сюда будут хилые. Я вот теперь кастера в хилботе не вижу вообще. Зачем ему нужна шея? Так, сейчас подаван в рейд пойдет по-любому. Сейчас будем самый сильный рейд. У кого там слабее ДПС? У меня. Пинаколадов в... Паша Спирит еще слабее, ставайся идет. Паша Спирит пока... Сейчас разролим шмот, во-первых. Когда мы заходи, будет тоже ролить. Кто был в рейде, заходите. Поролите шмот. Я ему сказала, если что. Да, все. И Паша Спирит пойдет на замену. Пока что. Я что-то очкую, злакать пизда. Заслакаешь все, и потеряешь. Не очку слали. Тут нехуй ваше злакать, босс манекен, блядь, для тебя. Просто да я понимаю, я вообще... Почему? Ему напуливать надо. Вот, Егор, напуливать будешь. Там есть одна проблема. У нас три паладина. Стойте, три паладина. Биг Бен, ты сможешь зайти на Хапала, на этого босса? После разрыва мотов.
Ну, я понимаю, что такое, но, блядь, в 3.5 это тоже такое. Нормально будет там, нормально там будет, бобов хватит. Два взрывания, на первом взрывании 2 бопа, на втором 1 боп. И последний пока есть, нет? Ну, я и говорю, 3 бопа хватит. Рискованно очень. Мрите по КД, короче, так вам скажу. Рискованно, рискованно. Просто очень рискованно. Проблем создадим себе этим кайтом. Просто надо, чтобы люди понимали, что такое потянуть время. Надо по нему, чтобы понимали, но... Ладно, хорошо. Попробуем пока так. Если что, будем что-то придумывать с паладином. Так, Андрюха, давай епашись пока шмот. Разъепашим, сделаем замены и... Этот, дальше. Будем оно было уже тратить спокойно. А чё, а где блок танк держит мобов? Петь, покажи мне что. С кем попало? Тринкет был? Тринкета не Тринкет. Было. Не было. С чем? Подожди, бухой, сейчас будет разъепешивать будем. Там ничего не падало на меня. А, ну иди тогда. Тем более я быстро. Ага, я понял. Тринкет? Адам, а ты здесь? Здесь? Кто я? Алло. 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 Пронто, да. Пронто, блядь. Машина же выехала. Мэйдэй, мэйдэй. Андрей, тут? Что? Давай шмот разъепешим и отпустим некоторых людей. Пусть пока сидят на меня. Так, что-то мне Санёк написал. А, Саня. Говорю, что зайди, пока не, будем шмот. Максимум. Ты его ровно. Ничего там не залутаю. Ну я ни почему не залутаю. Ты же был на первом и на каком-то еще боте. Может что-то падало, я не помню просто. Ну ладно. Чё, раз... Так, кинжал. Старт, пятерка. Не, мы сейчас снова будем. Никотин. Раз, никотин. Два, без кинжал, кстати. Никотин, три. Ничего не без, это наша дорога ПВП. Да ты что, спорим, что это без на... Ну, не считая... Саш, давай... Который... Давай ролик, наплевайся, Саш, не будем просто ролить, все. Арт на мутика, без. Да. Я понял тебя. Не надо спорить, открывайся. Ты сейчас пытаешься спорить человек, который дает по 40 тысяч ДПС, и в этом контенте почти 20-ку ебашу за мутика, ну, вот честно. Вообще нахуй не надо этого делать. Разролили 5 тысяч, 1, 2, 3 продано. Следующую вещь, блядь. Поехали, поехали. Все, да, согласен. Не виноват. Не то я виноват, опять. Не надо было пиздеть, короче. ЕП, ЕП ему. ГП. 2.5 старт, пояс. Не мне кидаешь обмен. О, подожди, я по этот... А, не, у меня такой же, да? Да. И Чернобыль 2.5 раз, 2.5 два, 2.5 три. Притом тебе что, это пояс не надо? Просто пояс. Похоже. Да не надо дестриком духа собирать. Может он на демон. А, ну в его случае, наверное, надо. Так, давайте так, все люди ролик, плевать, пусть забирать, он забирает. Уже поздно, уже поздно, я Чернобыль снял, отдал. Дальше. Ноги, 2.5 старт, капалы на мейн. Да, процесса единственный на мейн, на офф 1250. Сосу на мейлик. 1250 мейлик раз. 1250 мейлик 2, 1250 мейлик 3. Две 500 старт на лайн. Грудь.
Не надо роги 2.1.8 кинжалы в этом контенте. 2 кинжала 1.4 больше ДПС. На оф 1250. Кому-то надо? Андрей, на СУ. Ёбана, 1250 всего. Хуйня. Ну, для чё, блядь, вот этот дурачок или чё? Который, блядь, берут хазну. На Эрдруску тогда сейл уже есть, ё-моё. 258-я шмотка. Давай, Саш, Саш, давай, давай дальше, Саш, давай. А, распыл. Распыл. Окей, распыл. Погнали дальше. Жалко. Чепление павших, 7 косарей старт. А чё сразу 7 косарей? А, потому что трение бисовое. Так, а такой вопрос. Void даже написано main TP. Угу. Чё, на оф забирать? Женя и Буревестник тогда в приоритете. Женя, Буревестник, Костень. Кто-то боль составит? Женя, 10. Женя, 10 раз. Ну, плюс-минус, это что значит? Да. Женя, 10. Ну, полупидор, полупидор. Не полукидр, полукедр, но без кепки. Ну что так дешево ушел, без светлинг, я? Да. Видимо, никому не надо. И хер я знаю, когда они поменяют ее. Ой, простите, пожалуйста. Я нашел отмену, блядь. Кому подойти? Я все на Андрея, сейчас я ему метку поставлю, квадратик. А, вижу Андрея, все, я потерял его. Тут трусики ему поставил. Трусики поставил. Усики, пусть трусики. Красавчик. Ну и все. Нахуй не нужно, конечно, никогда не факт. Палец на мейн. 2.5. Кольцо тоже бисовое. Рошан, блять, этот. ДЦ. Буревечник 2.5. Раз. 2.5. Два. 2.5. Три. ДЦ. Сейчас Буревестник оденется. Топор. 7 косарей. Ой, 5 косарей ставит. Петя 30 ставит сразу. Самое интересное. Петя 5, раз. Сайз 6, раз. Петя 20, Гавр 40, раз. Петя 60, раз. Петя 60, раз. Петя 60, Сайз 60. Петя 90, раз. Все, ЕП. Петя 90, раз. 92, 93. Это пока самый большой этот потраченный ЕП. Да-да-да. Эти 93. А Галина терпит. Не, а чё? Нормально. Пушка дает самый большой прирост миликам. Да тут патрули, чуваки, решили пограбить. Все нормально. Бастион решимости, 5 косарей старт. Топалы, Рошамы, Элемы. Биг Бен Бум 15. А тащит лучше, на сильно много статов меньше дает, чем с Майком. 25, Паша Спирит. Паша Спирит 25. Там разница. Раз, 25-2, 25-3. Каражан, нефта, падает такой же. Вот я поэтому говорю, нахуй, блядь, здесь свой роли щит этот. И шея, этот нахуй может выбить. ЕП, нормально, шея с щитом. Не все на кару попадают. Так, по спереди, если больше ничего не надо, ничего не надо, то можешь уже улетать сюда, если ничего не надо. То латы, ноги, 2.5 старт, подаван в рейд заходи. Меня присумонить надо, я в плаке. Да, засумонить. На оф, спек, 1250 ноги. Ацесса.
1251, 1252, 1253. Это Фея, да? Да, ой, какая шейка. Фея на мейн, 2.5 старт. Раз, два, три, на лоб. Давай, я займусь 2.5. Только зачем тебе сила? Зачем, стой, зачем тебе сила, Фея, Женя? Чего? Тебе на мейн и на колада. А, я думал, что я скоро со СПД. Все, отдай пинаколаду 2.5 тогда. Я думал, это со СПД шеи. До 2.5. Да враг не забирает, можно забрать. Ой, хуя себе. Вот твоя шея. Ага. 2.500. И вы приоритет, если что. Лохи. Хилый приоритет, буревестник 3. Биг Бен Бум, хилый приоритет. Надо шею с острова фармить. Не надо, так это не работает. Один уже забайтил так, в итоге забрал себе топор, который ему был не нужен. Да, и... А по-другому сейчас сделаем. Короче, буревестник 3000 раз, 3002, 3003. Посчитай, раз, два, три. Продано. Я говорю, буревестник сейчас оденется. Хорошо. Нормально так. Щай одевается. Трофей, кому надо, если не надо, просто парольчик. Кому нужно, но не на продажу. Просто если нужно кому. Ну уже он 3 поставил, 3 за 2 отнял. Первая ставка его была. И на кого-то, сколько тебе надо, Вова? Трофея. Да, я Андрюха ему один. Пина какавада. Хакамада. Так, нужно сумон. Сумон Чернобыля, сумон Чернобыля, сумон... Чернобыля. Сумон Чернобыля надо. Подавана и... Чернобыль. Ириги сам. Привет. Извиняюсь, что, закрыли уже, да? Да. А, Сань, извини, я тут в аптеку бегал, у меня у малого температура поднялась, только приехал. Мы тут закрыли... Нормально, нормально. Ты сейчас на замене типа сидишь и получил, не понял, все нормально. А, вы я еще приехал. Куда-нибудь пойдете сегодня? Ну, посмотрим потом. Ребят, по тактике, вот вам стоит трусы, стоят вообще на готовность или все здесь. Дайте рыбу, пожалуйста. Купал просит замену. Цесса просит замену, да. Цесса, у тебя есть время? Потому что без тебя это будет пиздец. Нам нужен Купал по-любому. Нельзя тебе, Цесса, сегодня уходить. Зря пришел изначально. Ну, кажется, сразу тогда она просто шмотки ролит после нескольких трайфанов. Вот и все. Да, нормально. Мы все равно особо шмотки не делал, почти ничего не делал. Сань, мы пойдем на нуба в десятку его там сегодня? Да, сегодня либо завтра. Не знаю, какое время сейчас, сколько здесь времени еще проведем. Сова будет. Короче, у тебя время есть, АЦС, да, нет? От этого зависит. Там Ваня хочет пойти с нами тут попробовать. Тот Ваня? Хэпалом. Он и мы? Хэпалом. Да. Ну, сами решайте. Я тут что? Ты как бы ЛГМ. Не уфолог там. Ты танк подавал. Что, на полу в подавана будем скидывать? Дело не в том, что ты дашь больше. У нас единственная сова. Сова всем кастерам даст урон. Будет автоматически больше. Ну что мы делаем? Цеса, ты уходишь, да? Нет, быстрее. Рихай. Ну, во-первых, нам надо 6 хилов. 6. Сейчас будет 6 хилов. Сейчас нужно зайти на обед, если нужно будет.
У нас есть ДЦ. Холик есть. Он в ДЦ. ДЦ-са. Все, тогда улетай. Хапал по-любому нужно. Короче, ну давай Ваню доберем. Если Ваня в этот ВПГ. А, я кофе за... Вань, ты же понимаешь, что это освоение будет. Так что сиди и терпи. Это да. Тебе надо уходить, Вова? ВСХ, присоедини, Вань, пожалуйста. Сколько ты дашь по урону? Семерка. Ну иди, Вова, Пинаколада на замену, Паша Спирит, лети обратно в рейд в Хиле. В Варшаму. Вова, Люникай. Найс, оставайся в любом случае. Вот так-то. Да, нужно, два ретрика нужно. Ты слышишь? Да нет. Да нет. А. Да, Паша Спирит, заходи в рейд. Ты на хиле идешь. Так, ладно, сюда. Спирит, Катя, она тенорождённая, будем давать баф. Нормально. Ну, Андрюх, повтори ты тактику еще раз. Скажи всем, что я убивал. Смотрите, короче, босс для вас манекен. Бля, громко говорите, но... Слышно меня, нет? Да. Смотрите, короче, босс для вас манекен в основном. Вы просто бьете босса, ну, туннелите его, короче, у нас в кресте грипается лужа. В кресту лужу никогда вы не взрываете, вообще ни при каких условиях. Типа шипами туда никогда не бежите. То бишь крест это для вас зона, не знаю. Бежите куда хотите, только в крест не бежите. То бишь, смотрите, получается, первая закопка у нас. Он закапывается, вы сдвигаетесь вот сюда, где сова условно. Выбирается один череп. Типа вот этот череп бежит сюда, в район ромба. Ему сбивают лужу. На него дают боб, соответственно, он стоит, ждет, заходит. Следующий череп бежит у нас в район печеньки. То бишь, ему также дают боб рядом с лужей. Он заходит, взрывает. Третий человек бежит, похуй куда, туда, где-то в стенку, где мы стоим. Он уже выкапывается и продолжает бить босса. Также смотрите, типа, вот это схема, как мы бегаем. Теперь он закапывается, люди, вы идете сюда. Сразу же начинаете хуярить трэш. Тут будет на пуле настоять у нас пауки. Вы сразу вы хуярите максимально быстро. Запомнили. Только выходит один человек, который бежит черепком. Ничего не ждете, вот просто без всяких, блядь, заморочек идете пиздевать, потому что надо быстро затонерить трэш и сливать из скорбею. На вас будут вешаться жевалы от скорбей, то бишь вы их кайтите. Больше трех жевал вы не набираете. На второй закопке у вас типа задача будет половина с отсунем малик. Типа, вы смотрите, убиваем трэш, типа на второй закопке здесь. И будут уходить жевалы. Ваш приоритет, короче, забирать жевал на себя. Набираете 9 стаков, не больше, типа, ну, главное, чтобы они были на вас, потом баблите. Обязательно, чтобы, типа, меньше жевал было на рейде. После этого, короче, мы идем переводить босса. Пока не добьете скорбею, блядь, босса не переводите. Вперед отбиваете скорбею, короче, и тогда переводите босса. В основном босс для вас манекен. В общем, типа, манекен. Типа, вы просто, условно, побили тут, вот, побили, короче, побежали сюда, побили тут трэш. Один человек убежал туда, типа, с меточкой, и там взорвал лужу под бобом, все, типа. Также следующий человек взорвал меточку под печенькой, типа. Все, вот, в основном, типа, вы просто бьете босса-трэш, и бегаете, типа, ну, все. Ничего сложного нет. Манекен. Самая сложность, это, короче, получается у нас для танков и силов тут. Смотрите. Получается, силить надо будет очень сильно именно на третьей фазе. Ну, Ваня знает, что делать, им рассказывать не буду. То бишь, смотри, Войд, ты считуешь именно как, типа, получается, считуешь людей, критических просаженные, которые там, не знаю, на процентов 5-10 хп, и считуешь обязательно меткой. Просто я так знаю, не считуешь, да. Что ты дебаф не вешаешь. Ну, окей, ты знаешь, я всем рассказываю, типа, мне похуй, знаешь или не знаешь. Просто слушайте. Считуешь именно меткой.
смотрите, на третьей фазе вы заходите все максимально близко под босса, чтобы вас Аршавы могли просто люто выселить, и ДЦ мог тоже испытать и башить рейд. То есть, чтобы вы максимально быстро поднимались по ХП. Это очень важно. Если вы будете, блядь, стоять условно, короче, начиная с третьей фазы, один тут, блядь, второй там, короче, вас не просили. Все должны быть под саппортами на третьей фазе. То есть, соответственно, если мы сейчас перебивать не будем, типа будем травить, наверное, сразу пейте саппорты, короче, сразу же все. И будем пробовать бить так. Но в основном, типа, должно быть так. Типа, мы бьем по ДД фазками, на третью фазу перебиваем саппорты. Все. Вот это весь босс. Типа, вот last фаза, это тупо просили. Теперь силы, ой, на пульщики. Резонанс. Ты также давай с правой стороны на пулю. Условно, как мы смотрим на босса, ты с правой стороны на пулю, два моба. На крест сюда. И Егор, ты напуливаешь с левой стороны. Оба делайте спек и ММов, чтобы вы могли наносить урон и напуливать. Ваши сурвы тут не подойдут, если вы в сурвах, не знаю, ваши спеки. 100% делайте ММов и, короче, ну, и напуливайте. Иначе никак. И очень сильный АУЕ даем, смотрите. Касаемо старфолов, мура и так далее, и семечки. Сюда ничего не должно такое проживаться. Дождиком локи поливаем, там, не знаю, ШП у нас нету. Мур, если вы будете, ну, мур, наверное, не будете давать, потому что, типа, вы не убьете, да. Значит, мур даете, только должен у вас символ стоять. Типа, символа не должно быть стоять, типа, что продлевайте по длину мура, типа, ну, этот символ нахуй уберите. Семку можешь, смотри, Чернобыль давать. Семку можешь давать только в том случае, тогда отслежу, если нету над крестом с этой, блядь, скажи, сферы, понял? Типа, если есть там сфера, ну, типа, соответственно, тоже ждем полева. Если там нет сферы, просто можешь семку хуярить. Смотри, еще такой момент. Мы как в прошлый раз били. Всей пачкой забегали за лужу. Вот так вот по бочку пробегали, забегали за лужу. И весь трэш агрился на Петю. Ну, то есть все относительно. Ну, человек, который бежал с Топалом, там, допустим, с Бобом туда к Рамбу, все остальные вот говорю, так вот по типа, бобу. Смотри, вы смотрите, кто бы если там типа сядет за сейф, смотрите, вы уходите, просто моделируете ситуацию, он начинает закапываться. Ваша задача. Вот вон, блядь, я бью босса, бил босса нахуй и побежал, жирная хуйня вот сюда встал, типа, кто себе не уверен, то чтобы нахуярить жевал, можешь пиздовать сюда. Но вы должны понимать, типа, короче, что на вас бросается череп, вам надо быстро среагировать. Либо вы бежите после того момента, как накинулся череп на игрока, вы идете за лужу. Ну, типа, вы не должны терять ДПС, вы должны максимально быстро въебать этот трэш. Тут нельзя тупить, типа, вообще нельзя тупить. Короче, давай попробуем так. Просто в прошлый раз все вроде как справлялись. Я на Сацуна и на тебя метку поставлю, вон они побегут. Чтобы, если на вас из кого-то череп кинется. Вон. Как с Максом тогда в прошлый раз били. Вот так вот отбегаем и агрятся все в одно место. Да, Саня, я с тобой согласен. Но это потеря времени РДшником. Ты пока бегаешь, вот эту хуйню страдаешь, теряешь секунд 20, блядь. А трэш 20 секунд он нахуй пластик. Ну, в прошлый раз хорошо все было, если в этом плане. Убили. Короче, я пачку. Рассказал. Ну, я рассказал, как убивается, так. Как убивается по КД он, типа, можешь принимать другие решения. Окей. Тебе ролить. Ну давай попробуем так, как мы сделали в прошлый раз. Как мы делали в прошлый раз тогда. Потому что, в принципе, получалось неплохо. Вон, стоит метка на уфологе. Будет трусы. И вторая метка на Сацуна. Если из них на кого-то кинет крест, будет вторая метка ориентирована для всего рейда. Весь рейд тусит за этими людьми. Теперь по первой закопке. Первую закопку, когда уходит Ануб, первую сферку мы взрываем в ромбе, я пойду взорву ромб через блинки быстро. Побежит туда Ваня, 4 кнопки, и человек, на кого кинется череп. Подбегает, ждет к луже Боба, закинули Боб, 2 секунды Боба, уже потихонечку задвигается на лужу, забежал на, под край лужи. Следующий человек, уже когда начинается взрывать Боб, все люди уже стали, милишники стали на крае этой лужи, а РДшники стоят где-то вот здесь, слева. Следующую метку будем взрывать в печеньке. Печенька там стоит, да? Да, печенька. В печеньке. Туда уже закинет Боб Майлик. Вот, встаем, ждем тоже здесь Ануба. Ждем. 2 секунды Боба, там я тоже предупрежу.
люди уже все уже должны будут стоять примерно вот здесь, возле лужи на крае, возле креста лужи. И третий человек, который выберется, он просто убегает в речку. Короче, еще напомню вам касаемо силовит и креста. Смотри, будет снимай Т4, чтобы у тебя никаким образом сопля не прыгнула туда, не посилила его. Чтоб щит не повесило. Одевай 2Т9. Либо просто сними один кусок, либо один похуй что-нибудь другое. Это обязательно. Или щитуете, короче, крест не где-то. Короче, это... И... Следующая закопка уже будет через один боб. То же самое, побежит Сацуны в ромб. Потом опять же будет в печеньке, только в печеньке уже без боба, потому что у нас три боба. И потом третья лужа будет тоже где-то разбита, через третью лужу четвертый человек раскайте. Скорее всего будет так. Это на после второй крест боба. Крест никогда не взрываете, вообще никогда. Да, крест не трогаете, стоите за крестом, милики стоят на краю лужи, чтобы быстро среагировать, не завести ногу в крест. РНЗшники за ним. Мелкий трэп собирался лезть в одну точку, бежал лезть в крест. Ну, давайте попробуем. Дальше будем смотреть. Я должен трэш пулить. Да еще раз. На трэш на кого напуливать? На хики всегда напуливается. Но у нас два ханта есть, плюс никотин будет. Никотин больше урона даст. Подожди, никотин больше урона даст. Давай Вадюха, ты никотин больше даст. Давай. Вадюха, ты третьего моба напуливаешь. Я третьего, да, напуливаю? Ну, ты просто появляются мобы, кидаешь на пул в хики и уже побежал пробегаться лирками закидывать. Ага, напуливать в него. Зачем? У нас есть два ханта, нам нельзя терять ДПС. Хватит двух, Андрей? Ну там выходит по два моба с одной стороны, один хан с одной, а другой хан с другой, блядь. С того дал две пульки, с того две дал пульки, а дал на пол. Ну давай, так. А, у нас в прошлый раз один хан был. Типа хан, типа рога, только сейв в том случае, если что-то у ханта не получилось. У нас в принтах вылетает, дает веер, нахуй, дает на пол, типа. Первый боб закидывает 4 кнопки, идет в ромб, закидывает. Второй боб закидывает мейлик, это на первой фазе. Третий человек просто убегает к речке. Я закидываю. На второй фазе. А ты закидываешь на второй фазе в ромб, да. Первый. Касаемо СС, просто закастуйте, но не используйте до третьей фазы. Будете давать СС в тех людей, на усонку, там вар нахуярит на себя 9 живанов, в него будете давать там СС. Ну такого не должно быть. Ну все, готовность. Ставьте рыбу, у меня 3 минуты осталось. Это очиститься на ком из танков будет? Спасибо. Ставлю еще одну. Ставили уже. На ком из танков очиститься? На пале или на ДК? Да знает, планил что делать, он же убивал уже не раз. Паладин, ты на кого будешь вешать? Мне вот интересно, а тебе зачем, какая разница? Интересно ему, хочет сам потом хилить. Может быть, на поводине. Нужно сказать, как ну, соответственно, конечно, на кресту будет частица, я уверен в этом. А этот, кто он, блядь? Из пати его не выкидывайте, в шестую пати вара. Зачем? Вара. Ну, типа, я уверен, что Войт адекватный, типа, он крест считывать не будет. Я постараюсь. А, это ты мой, да? Оптимистичный. Ладно, давайте. Готовность. Доберемся. Сейчас все готовы. Андрюха, дай ДПН был. Напоминаю, Петя, не забудь, пожалуйста, запустить таймер. Время пул, и пулишь также именно в пул, типа. Да, я помню. Да, если люди, ну, блядь. Все, пошел и чёрт. Именно пулишь на пол. На пуле.
Сперва, блядь, делайте, потом, типа, и нахуйте. Я спустил каждую фазу убойщика, да. Бочка есть швепер, блин. Лучше быть притона кого-нибудь скинуть, чем новый. Ничего не знаю. Репит выстрелим, ребят. На пулы, хорошо. Все, вот это весь босс для вас, вот так он будет. Сейчас вам босс закапывается, мы не уверены сразу трэш. На пулы сейчас не сдаете. На пулы сдаете только после того, как, короче, выбили таргет. Три кнопки и человек, которого выберет, убегает. Гром. Все, отошли, вот, отошли сюда, короче. Уже хуярьте трэш, уже хуярьте трэш. Все, человек убежал. Трэш уже хуярьте. Забежали. Запечил. Приготовьтесь, скоро будет вторая цель выбрана. Надо сбить печеньки. Верку. Биг Бен Бум. Не паникуйте, не паникуйте, не паникуйте, главное, короче. Отойди немножко, отойди. Все, жевал, жевал. Выбегает. По мелкому трэшу, ну стоп, играйте. По мелкому трэшу, ну стоп, играйте. Чернобыль убежал, вообще похуй, добром побежал где-то. Смотрите, сферки не сбейте. Чей-то мор зацепил сферу. А почему? Рано бобы сорвали? Не должно такого быть, нахуй. Добиваем жвалы и трое босса. Заберите с Чернобыля, 4 стака на нем. Скоро Чернобыль мобов. На пол мог трэш, все по боссу играйте. Жевал под босса заводите, быстрее. Таны можете в жевал сдавать, нахуй. ПС-ку бойчика сразу же, блядь. Скидывай в питон. Один не сомнил. Ну, он не убил, хорошо, он не убил. Бей, бесполезно, блядь. Без бурсты. Сказал он бросай, значит бросай, не надо тут без бурсты, не бурсты нахуй. Надо в ДП сливать. А. Так и не так нормально. Пока мы вроде идем нормально сейчас. Сейчас идем пока нормально. На пол. На пол. На пол, на пол, на пол. Контакт загружал. Ой, закашли пока гимна ману. Бейте, бейте. Да, все хорошо. Все, опять так же, все то же самое. Трэш. Сосуны. Трэш я уже хуярьте. Уже трэш хуярьте. Стороны, хорош. Дам, дам, дам. Бил сферки нужно. Под ванну сложила. Зачем ворвался на мобу? Смотрите, блядь, напоминаю, напоминаю, момент, короче. Выбрала метку, вы даете повторные напулы, блядь, танка, 100%. Только после того, как выбрали метку. Все. Жевал, убивайте. Тихо. Сферу нужно разбить. Разбейте кто-нибудь сферу мне. Быстрее. Пока бегаем. Любую сферу разбить. Есть, он в центре есть. Блядь. Ну все, давай. Я не мог сбить сферу и бегать. Крест, вот, блядь, кто побежал сейчас в крест, нахуй? Это черт ебаный просто. Кто это? Не надо в крест бежать вообще никогда. А, умираешь, значит, пох на тебя. Да просто... Женя, стоп, не этот... никогда вот не надо бежать будет. В крест. Надо четвертого паладина. Четвертого паладина надо. Биг Бен. Сбить можно. Да, завтра второе. А? Да есть у нас четвертый паладин, час спрашиваю, где он может. Падает. Короче, убить босса можем, вот все нормально, сейчас красиво сделали, просто вот не хватает боба.
Смотри, еще я после второй перекопки, ну, точнее, когда он закапывается второй раз, я включаю воздаяние, ну, агрилку и мобов бегаю, собираю. Да, да, ну типа смотри, ты типа их не машешь, но тоже кайдишь при этом, понял? Да, типа, но они меня жрают, когда там три моба, они прям берсу включают и все. Ладно, ну, вот, бочек, слышишь? Обычно по цели на сферке вот часто произошло, что... Давай, давай. Короче, смотри, ты не должен, типа, короче, один, вас должно быть вдвоем, типа, с файликом, вдвоем вы должны собирать их. Можешь даже без заграя баски, можешь просто таунтами подбирать их себе. Но больше 9 стаков не набирай, потому что за 10 ты умрешь 100%. Ну вот, я на 9 скинул, там на 10%. Все, вот это весь босс, пацаны. Вот только выходит в третью фазу, там, короче, начинается на дельвью, то уверхили, все. Бей, оверхиль, напуливай. Бей, оверхиль, напуливай. Все, ласт фаза. А мы сейчас 5 хилов, да? Я не знаю, на 6 хилов. Меня хилить надо было? Ну, у тебя, да. Тебя частицы хилят, все. На второй фазе тебя бить будет, дай боже. Не, ну на второй, да. Но не больше, чем раз. Но... Тоня. Ну, ты на относительный танк, понимаешь? У тебя этого хп нет. Дебаф вешается ледяной, ты откисаешь очень быстро. Ну не быстрее, чем все остальные. Паша Спирит, прыгай в лема, а, так. Ну, я, короче, не хочу никого креить душой, но типа... Хули вы без фасок, нахуй? Запрот ты. Выпить. Тем. Типа, окей, типа, на третью фазу перейдете, выбейте сапроты 100%, а то у них нету, блядь, 100% уберите. Вас там нахуй просто поздувает. Вот четвертый ред, четвертый паладин. Да, все правильно. Четвертый паладин, надо хапал. Можно в ЛФР поискать, не знаю. Кто уже зашел, подожди. Наш хапал. Я разобрался. Типа смотрите, короче, два Рошама у нас нон-стоп, короче, ебашат цепные по рейду. Хипалы, соответственно, поднимают метки и помогают. Ну, типа, люто, типа, там... Я вам просто говорю, там будет охуенный урон, лютейший просто. В этом ебаном контенте, в этом ебаном контенте нигде больше не дамажат, как тут, нахуй. Кого будет приоритетнее поставить под тотемы шамана? Одного шамана убрать, либо Войда, либо Катю вообще. Ну, Катя просто дает 5% маны паладину. Да, одного шамана хватит здесь. Нет, ну второй шаман-то будет тоже по мане просыхать. А так будет еще дополнительный тотем для него. Или тебя приоритетнее оставить? Ставь так. Ты как по мане? Давай так. Ну, мне кажется, палы не просядут, они только на третьей начнут хилить. Палы убрать можно любого. Палы просядут, поверь. Но только на третьей начнут. Смотри, можешь ДЦ спокойно убрать, он по мане сядет. Я вообще никогда не сядет. Я вот тоже думал об этом. Поэтому спрашиваю. У меня всегда фуловая мана там, всегда нахуй. Сейчас поставлю рыбу. Он нихуя не делает, он тупо щитует и сдал им, блядь, в критический момент, и щитует, блядь, и меточкой, и все, запускает по нон-стоп, блядь, исповедь, пиздец. А, у рыбу? И, ну, и по КД сдает и этот, молитву, нахуй, все. Сейчас будет небольшая рокировочка тогда, то же самое, первые 4 кнопки, и потом майлик на второй, после закопки, на вторую закопку. Соня Бабл, ты тоже бежишь в ромб. А сосунышек не бегал, будет здесь отдавать боба. То есть первые 4 кнопки, потом майлик, на вторую закопку Соня Бабл и потом сосуны. Влад, вот сейчас такая ситуация произошла, у меня был на КД величие разума. Помогай что-то сверху не сбивать, если на меня кинет череп. Окей? Нет, там их не было рядом. Ну, у тебя блинка 2 есть и боты еще в скелете, поэтому ты максимально быстро доберешься до любой точки, как я. Я просто... Ну, сразу не было сфер возле печеньки нигде, я побежал туда, там уже оно ускорился, мне не было времени не сбить. Смотри, смотри, сейчас пулим босса, сразу в БС-ку кидаешь бойчика, чтобы он бурсил максимально сильно.
Смотри, Андрей, ПС-ка не работает со стылой кровью вроде, или работает? Вот. Не работает. В смысле не работает, но? Не работает. Не работает, они по очереди кидаются. Поэтому в Чернобыле закидывай по КД. Если вы играете через мага, ПС-ка. Кидается ПС, потом следующий курс стылая кровь, потом 5 ПС, и так он может бесконечно бурстить и все. Ну, значит, ну ты больше всех хуяришь, нахуй, тогда, ну, бросай, короче, это. Сперва, значит, получается, ну, свой выбор, потом продлеваем ПС. Чернобыль кидает, и все. Ладно, я молчу. А без бурсты бесполезен, маг. Андрюха. Бурста закончится. После стылой крови. Ладно. Все, сорян. Готовность. Поехали. И тебе дай в ходе палов, если не ошибешься. Я, короче, не знаю, но Asus у меня пока тебя просит, он по 40 тысяч бурстит, нахуй, типа. Так он же аркан. Не, он с пула просит. Ну, не раб... Серега, он, может быть, стылую кровь оставляет на вторую бур, на второй бурст. Это так, как вариант сделать. Так, чё, ладно, не хватает. Я ж не спорю, может, я не прав, я ж не спорю. Егор, чё тебе не хватает? А буревестников что? Нормально? Все? Все нормально, да. Еще раз готовность, если все готовы, будем гулять. Это то же самое, ребят, делаем. Притон, Даня. Притон. Блядь. Вылетел. Бля, вот... Освободите. У меня плюс-минус через 15-20 минут курьер приедет. Наркокурьер? Бля, кстати, ты не напомнил. Надо заказать продуктов. Продуктов, ребят? Ну да, нахуй ходить. В ДИС ему напишу, он с телефона в ДИСе. А, он вышел. Отлично. Все, раз готовы. Все готовы? Давай, Андрюха, добавим пол. МК. Давай, дальше кто? На пульте мобов, мобы вышли. Следующие мобы через 15 секунд. Варлок, блядь, семечку кидает, разгоняет. Уходы. Мобы. Приготовили. Напулили. Давай, БР. Андрей, по 4 кнопки. Катя по сайсу. Все, ребафните их обоих. 4 кнопки бежит первый. Я побежал сбивать ферку. Бомбе. Бля, я разбил. Хватит, не разбейте. Пизда. Да все, там жопа, разбили. Разбили сферу? Кто разбил сферу? Пень. Ну все, падайте, упадите. Не будем даже пробовать. Ну чё, ну разбили, давай страх нахуй ЕП и погнали дальше. Ну, а кто разбил-то? Есть? Ну, дисплей у кого есть или скада? Ну, короче, лучше меткость. Дальше лучше... сожрать что-то, там плюс чарки есть. Дальше мет. Троян Хорус 31 тысяча. Да, да. Кто еще раз? Троян Хорус 31 тысяча. А вторая сфера. А я сбил в этом месте. Тогда его.
Короче, хавка плюс есть. 1000. Есть на 8250. Вы? Троян. Вы? Чего? Ты умный? Нет. Я тупой. Нет, ну ты умный? Тупой. Тогда не советую, пожалуйста. А что ты хочешь, блядь? Ну серьезно, ну как будто бы я не знаю. Ну, это, на 80 хавка, я не помню. Не, ну это как будто бы я не знаю. Ты смотрел на 80? Есть? Не, ну ты понимаешь, я не знаю про игру, в которую играют 12 лет, да? Да, блядь, какие 12? Ну какие 12? 20 вот так уже. Сколько, 18? Не, ну блядь, ну сейчас я все того, прекрасно понимаю. У меня сейчас этого нет. Я тебе ничего не говорю, ты это, просто науки чекни. Ты себя бы слышал со стороны, я тебе ничего не говорю, блядь, и в итоге нахуй душишь дальше, да. Так кого душишь, очень, ебать? Ты нахуй? Очень нудный, ты очень ой, нудный. Ебать. Серьезно. Хотя и не стоит говорить нудному человеку. Давай я сейчас, Андрюх. Андрюх. Что? Не, это к себе сейчас подойду. Надо это, слетать, немного переделать. Бабки нужны. Да и кидай мне меня. Бабки не проблема. Сколько нужно? Ну 20. Сколько нужно? 20, дай там. 20? Чарка на перчи есть. И давай, куда тебе? А, понял. Так, секундочку, сейчас надо... звук выключу, да. Я то гореть начинаю. Все, спокойно, ребят. Сами шарят, что делать. Чтоб я так горел, блядь. Да, может, прямо сейчас. Минутки три, я думаю, у вас есть покурить. Да идите, расслабьтесь. Во-первых, все, шагайтесь друг на друга, спокойно. Да, это так, гнев. Я услышал, что можно отойти на 3 минуты, правильно? Да. Кто знает, да, можно отойти. Гнев небес не мясует вообще никогда, даже если ноги. Нет, не мясует. Вот это вообще охуенно, паладинам повезло, блядь. Зато Павла Гарона брать, блядь, очень сложно. А вот это да, блядь. Ну там, этот, титановая, колчедановая вот эта залупа с острова чарится. Но немножко хоть, ну дает все равно нормально. Есть такое предложение, от вас есть демонолог, кто подолоска по меткости, ой, не демон, а дестрик, который может сидеть и кидать тистан. Охуенно, кстати. А шифе сколько КД? 20. 15? 20. Ага. Ну, нормально. Мне кажется, это будет очень сложно. Хотя звучит очень просто. Скажем так, я уверен, что Притон справится. Ну, просто если нужно будет делать спех, он нормально будет это делать. Сказать просто ему тайминги. Какой тайминг закидывать? Сейчас вар метка сделает, блядь. Ставить, все. И все там, ебать, будет бомба. Ну иди слетай, тоже сделай на всякий случай. Один талант скинь, пошли, я тебе телепорт. Куда тебе лагримар поставить? Подгород. А еще может паладин любой, блядь. Просто встать туда, в жуков. Хулипам. Хилить. Паладин это будет теряться урон. Хулипал. Ну, у тебя холипал на ластфазе тоже будет станет. Да. Андрюх, беси пока притон. Я короче, не знаю. Ну, типа, ты вот вы такое говорите, короче, ну, там холипал не может даже ГКД прерывать. Типа, он стоп кастит. Он прерывает каст, блядь, умирает, все нахуй. Вы вот, скажите, побейте третью фазу, потом говорите, рассуждайте, нахуй. Когда два холипала, можно одну уставить. Ну, там... Да. Сейчас посмотрим, как будешь хилить. Андрюх, ты главное расскажи притону этот, как это делать, какие тайминги, и он сделает тоже. Классно. Когда один. Ну, смотрите, если два стана кинуть, это будет диминиш. Либо я не кидаю, либо кто-то только кидает. Плюс. Мне кажется, проще мне добавить мне уже 5% сейчас чуть-чуть. Ну давай тогда пока. Просто притон на всякий случай сделал. Поздравим, и он. Придумывайте велосипед. Петя полетел сделать себе кап. Сделает кап, не будет проблем. Ну все,
Сейчас сделаем. А есть какая-то раса орды, которая меткость дает на группу или на рейд? У гнома только. А, хуёво. Рерас сделать. Так он как его сделал? Да я не... Нельзя рерас сделать. Ебать, я пошутил, чё вы? Душные такие, сука. Там сейчас из-за этих шуток, короче, у кого-то жопа сгорит окончательно. Да хуй знает. Чего тут жопа может гореть вообще? Мы вайпнулись два раза всего. Да сегодня, в принципе, нормально. Типа, ну, я тебе притон, он скинул, короче, в чат. Ну, типа, в чат Дискорда. Ну и вкратце объясни ему, но он пока не будет делать. Это что, тайминги, типа, на которых снабдывать, да? Угу. Короче, босс на земле минута 20, под землей минута, и чередуется. Когда выкапывается, через 10 секунд выходят жуки, через 18 секунд еще 100. И вся эта хуйня по КД. Ну я тебе, Вова, кстати, пинтовато объясню, чего ты не мог разговаривать. Ты почему-то с диска нашего вышел. Ну, поэтому не мог разговаривать, вся роль пропала. У вас пока до роли пропадает тут. Что? Говорю, у вас тут пока до роли пропадает. Ну, их, значит, кто-то выбирает, Вань, наверное. И либо просто выходит, убивает с диса, и все. Еще раз спрошу, мне можно давать гнев небес, когда нуб закапывается? Да. Только не вкопатели. Не, почему можно? Пока он закопанный, можно. Ну, он тебе деминишек может повесить на первый удар. Ну, когда нуб выкопается, там 49 секунд, ну, где-то почти... Нет, ты не понял. Там позже деминишек. Типа, смотри, он только закопался, тебе надо будет еще один удар, ну, дать. Нет, 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 нет. Ну, не знаю, мне надо было давать, я помню. А сколько диминишинг на этом сервере? 50%. 20 по времени. По времени сколько? 20. А, 20 ровно, да? Да там, ну, мы быстро сдохнем. Всем привет. Когда будешь готов? Привет. Чё, куда пошли? Я выкадываю спать. Как вкусно. Ну да, интересно, по крайней мере. Я все-таки решил к вам вернуться. Х4. Ты разбанился с ним? Не, не разбанился, снова аккаунт создал. А ты кого качаешь? Какой у тебя уровень вообще? А я сегодня утром только начал. Перед работой немного. Вот, ну, уровень, четвертый уровень, и сейчас качаться пошел. О, так подожди, кого ты персонажа хочешь качать? И каким ты хотел бы играть? Шаманом я играть буду. Блять, на шаманов не дохера. Че да? Шаманов. Шаманов уже много. Идите с нашей гильдии, слышите? А как же легион, нахуй? Санька. Ну и на легионе буду играть. Какими-то еще классами хотел играть. Можно на выбор сказать? Но говори, кто нужен, я подумаю. Да у нас все Сань есть, по факту. А, ну тогда я... Еще один маг не помешал бы, у нас нормального третьего мага нет. Потом ни одного шипешника нормального нет. Ну, ДЦ, вот, ДЦ, да, мне ДЦ. Как это нормально? Нет, ДЦ. Ебать, так а ты не играешь. Ты НДЦ-шник куда? Чё, второго перса создать? Чё, шо, блин? Я могу? Ну, Сань, ты... Так, чё, это все зашли? Все в игре, заходить, не заходить? Подожди, Петя ещё делает персонаж. Всё, ну, скажи тебе. Я ШПшник, блядь, душа. Ну, а смысл? А да, чё но... тогда? Ты не НДЦ-шник. Да, я... Короче, маг, ШП, ДЦ. Вот эти классы очень нужны. Да вы понимаете, нет, что пока Сань прокачает, пока фул оденет, типа уже все нерфы подвезут, и нам никто из этих классов не нужен будет, уже выйдет ссылка. Так там похуй, главное, чтобы челик нормальный был. Главное, чтобы...
До конца вот этого контента, следующего, нужен будет. ДЦ, в принципе, всегда нужен на все контенты. Я просто им играть не умею. Че вы, как я буду играть? Ни ШП, ни вообще никогда не играл. А я тебя научу. Поставишь шилд на правую кнопку мыши и сидишь, клацаешь 25-ки висит. Не, это ШП он спрашивает. Пытку кастуй по КД и заебись будет. А как же дота? Сань, там три кнопки. Там типа как маг, только три кнопки. Да? Ты как маг и 10 кнопок, да? Так, этот, Петька, ты уже все или нет? А кто лучше тогда для ДЦ приставишь? Ночной эльф. Ночной эльф. Зальян, что ли? Ну, проще ренеган. Потом перейдешь. Потом перейдешь. Тебе бабок подкинь. Да, качаешь себе эльфа, переходишь в ренеган. Да, Undead 3% СПД, это такой себе дух тоже. А, поставь кап, Женька, заходи. Санёк меня сегодня ММ-чик убил. Где? Чернобыль, притрон. Да я отошел, и сука, меня начал добивать. Я не успел отхилиться, но потом я поймал. Короче, ну да, это... Ну, БГ вообще ММ-чик это... Ну, один... Короче, если к нему подойти и к нему не давать его убить, он, блядь, ничего не сделает. Я нахуй отпинал. Я понял. Это, а смотри даже. Ну, к вам все равно не зачем. Я работаю уже до 7. Только на как бы на замене потом заходить. Ну, заходи, так что не проблема. Нормально же. Этот, ставлю рыбу. Я сейчас буду сумонены. А есть у кого-нибудь приплоты? Денег, да. Закончились все приплоты. Нихера использовал. Мужик. Если у меня есть приплот, да. Сила заклинания, крит удара. Бля, ну вот них примерно хер его знает, что профитнее будет. Наверное, с хостой профитнее будет. Есть у кого-нибудь хостой? Да, дайте в дудку. Спасибо. А чё, Андэ, тоже прикольно, типа, дух 4%. Да нет, Саша, это бизнес. Ночной. Андес лгал, но Саша. Найдет бис. Бис будет. Делаешь ночного эльфа, убираешь все монориги с панели. Серьезно? Да. Да. Делаешь ночного эльфа, убираешь. Саня, сейчас все таланты убираешь, все кнопки убираешь с панели, просто ждешь, стоишь. И тебя и эта гильдия хилит. Ты просто как-то рисман. Мы будем уже скоро пулять босса. Притон, ты пока не стань, просто на всякий случай будь. Там и посматривай, как Петя станет. Ну, время тебе скинули. То есть будет кто-то не по плану идти, то потом через тебя попробуем. Я собрал 8.42 меткости. По идее, если 8 достаточно, то мисс не буду. Ну, все. Отлично. Куда сова улетела? Вау, улетела. Доллара не улетела. Пошли сумониться у нас. А там сумонили уже. Надо еще раз.